Сотрудники библиотеки Архангельского литературного музея предлагают вашему вниманию видеопрезентацию «Неисправимый советский романтик», посвященную жизни и творчеству нашего земляка, заслуженного художника России Дмитрия Кузьмича Ширяева. В этом году мы отмечаем 110 лет со дня его рождения. Признанный мастер северного пейзажа, автор около 800 живописных и графических картин, Дмитрий Ширяев родился в деревне Мудюга Онежского уезда Архангельской губернии 19 августа по старому стилю, а по новому 1 сентября 1913 года. Его детство прошло на Шенкурской земле. Именно в ранние годы зародилась у будущего мастера первая робкая мечта стать художником. Осенью 1930 года Ширяев решил поступать в Ярославский художественный техникум, где готовили клубных художников. Там он проучился до 1933 года, но перед самым распределением бросил учебу и отправился в путешествие по стране. Художник уехал на юг, где искал себя, свое место в жизни. Он странствовал на пароходах, в товарных поездах, пешком по дорогам и бездорожью. Был землекопом на углеразработках в Ткварчели, художником в клубе строителей в Сухуми и в клубах железнодорожников в Новочеркасске, работал в Новороссийске, Воронеже, а затем в Вологде, Сыктывкаре. Художник Дмитрий Ширяев сам себя называл почетным бродягой Советского Союза. Но всю свою творческую жизнь посвятил Архангельску, куда вернулся в 1934 году. В Архангельске Дмитрий Кузьмич поступил в художественную студию «Изорам». Так сокращенно называлась студия изобразительного искусства рабочей молодежи, которой руководил Виктор Петрович Преображенский. А в 1938 году Ширяев уже принял участие в первой выставке художников периферии в Москве и стал членом Творческого союза архангельских художников. Через два года, в 1940-м, он уже член Союза художников СССР. Вращаясь в творческой среде, в этот период Дмитрий Ширяев много работал. Вместе с другими молодыми живописцами совершал поездки по северу. Вологда, Тотьма, Сольвычегодск спускались по Сухоне, по Малой Северной Двине. В дороге рисовали, писали этюды. От этих поездок оставались на память заметки, зарубки, впечатления. Вот фрагмент из воспоминаний тех лет Дмитрия Ширяева. Сухона красиво, лесистые берега, песчаные отмели, луга, острова. Лодка плывет, одна картина сменяется другой. Вода отражает лес, небо, белые облака, ослепительный диск солнца. Течение, сильное и быстрое, несет художников. Знай, уходят назад зеленые мысы, желтые песчаные косы, темные, поросшие лесом склоны берегов, светлые осыпи береговых круч. В 1939 году Дмитрий Ширяев был призван в армию. А 30 ноября 1939 года началась Советско-финская война, и Дмитрий Кузьмич участвовал в финской кампании. А с началом Великой Отечественной войны художник встал в воинский строй и служил в частях противовоздушной обороны. В военное время не менее важным, чем мужество на фронте, было умение поднять боевой дух, настроение солдат перед боем. Когда противник смешон, он не страшен. Сатирические плакаты, листовки,
открытки внушали солдату надежду и уверенность в победе, лишали страха перед противником, вдохновляли на подвиги. Солдаты, уставшие от долгих, изматывающих боев, нуждались в отдыхе, и боец Ширяев, выполняя миссию художника, начал сотрудничать с газетой Архангельского военного округа «Патриот Родины». Под рукой были бумага и карандаш, которые он мог использовать для зарисовок будней из жизни солдат. Затем он открыл для себя необычный жанр карикатуры. Его сатирические и карикатурные рисунки, плакаты на скорую руку помещали под рубрикой «Штыком и прикладом». Карикатура на врага с меткими, острыми текстами, хорошие шутки поднимали настроение, заряжали бодростью и решимостью бороться, выражали праведную ненависть к захватчикам. В 1943 году в Архангельске на выставке, посвященной 25-летию Красной Армии, экспонировали плакаты «Все силы на поддержку фронта» и «Вперед на Запад», так назывались эти плакаты. К сожалению, многое из того военного времени, сделанное художником, не дошло до нас. Довоенные пейзажи Дмитрия Ширяева мирные, светлые, тихие. На них, как правило, художник не указывает точного времени написания, только год. Но уже у работы «Берег Белого моря» Лопшинга художник поставил дату – 21 июня 1941 года. И как меняется колорит, окружающий пейзаж. Все пронизано тревогой. Песчаный берег с опрокинутой черной лодкой, серое угрюмое небо, нависшее над неспокойной водой. Это чувство и в других работах. Затемненная деревня, 17 декабря 1941 года. Вечер 1944 года. В работах нет сражений, признаков войны, а сколько напряжения. Это чувство художнику удается передать цветом, звенящей тишиной и пустынными видами. Картина «В полях» написана в 1946 году, но она тоже отзвук войны, ее боли, страдания. Безлюдное поле, одиноко стоящая лошадь, свинцовые тяжелые облака. А в мае 1945 года солдат войны Дмитрий Кузьмич Ширяев вместе со всеми жителями Архангельска радовался победе. Эти события отразились в его небольшой работе «Салют Победы» на набережной Северной Двины. Самыми значительными в творчестве Дмитрия Кузьмича Ширяева стали послевоенные годы. В 1947 году он принял участие во Всесоюзной художественной выставке в Москве и был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ за успехи в творческой работе. В последующие годы он регулярно участвовал во всех значительных выставках – всесоюзных, республиканских, зональных. Вот фрагмент из воспоминаний Дмитрия Кузьмича. «Самое плохое, когда художнику негде работать. Нет отдельного помещения, где он мог бы разместиться с картиной. Дома тесно. Да и семья переживает каждый неудачный мазок, каждую скоблёшку холста. Бился, мучился, и все на смарку, ах ты, Господи!» В производственных мастерских можно, конечно, найти уголок, потесняться, ребята, но очень уж это тоскливо, словно голым, стоять на виду у всех. Только в 1958 году у Дмитрия Ширяева появилась своя мастерская, первое рабочее пристанище. Работать стало и лучше, и веселее. В 1976 и 1994 состоялись его персональные выставки.
а в 1980 году Ширяеву было присвоено звание заслуженного художника России. Кроме всего прочего, он был неравнодушным публицистом, писал о проблемах искусства, о молодых художниках. Его интересовали пути развития современной российской живописи. Основной жанр в творчестве Дмитрия Ширяева – пейзаж. Главная тема – любовь к родине, к природе. Его работа – это хроника жизни страны тех лет. Созданные им произведения продолжают жить и радовать зрителей в Архангельске, Барнауле, Астрахани, Якутске, Омске, в частных собраниях Норвегии, Германии, США и ближнего зарубежья. На Архангельском севере их можно встретить и в коллекциях Музейного объединения «Художественная культура Русского севера», и в районных музеях, и даже в детских садах и больницах. Некоторые работы есть и у нас в библиотеке Архангельском литературном музее. Дмитрий Кузьмич Ширяев был щедрым дарителем. Делать людям добро, дарить радость было для него так же естественно, как жить нелегкой, но интересной жизнью художника. Его картины несут в себе этот настрой и наполнены жизнеутверждающим светом. Присмотритесь к ним. «Наше новое и красота родной природы. Этим я жил, этим болел, этому радовался и этому посвящал свои работы», писал о себе Дмитрий Ширяев. С конца 60-х годов он трудился над рукописью «Художники дальнего города». Эта работа становится для мастера возможностью осмысления пройденного пути, подведения итогов, размышлений о роли искусства в жизни современного общества. В книгу вошли материалы десятков статей Дмитрия Кузьмича, опубликованных в местной прессе. Они посвящены становлению и деятельности Архангельской организации Союза художников и творчеству коллег в период с 30-х до середины 60-х годов. К сожалению, при жизни художника для широкой общественности его воспоминания так и не стали доступны. Одну рукопись Дмитрий Ширяев собственноручно сдал в областной архив, второй экземпляр находится в Архангельском музее изобразительных искусств. Художника не стало в 2000 году, а книга вышла в 2016 и стала большим событием. В ней есть и яркие зарисовки, и эмоциональные диалоги, и забавные ситуации, а в качестве иллюстраций – одни из лучших художественных работ Дмитрия Ширяева. И буквально с первых же страниц понимаешь, перед нами – воспоминания доброго, умного, слегка ироничного человека, который не просто ведет дневник, а пытается обобщать и анализировать, давать оценки. Эту книгу можно назвать любопытным свидетельством времени 30-х-60-х годов 20 века с их стремлениями, переменами, поиском новых форм. Дмитрий Кузьмич Ширяев ушел от нас 21 апреля 2000 года. Похоронен в Архангельске на Маймоксанском кладбище. Все, кто лично знал этого северного живописца, обязательно добавят: замечательный, светлый человек. Он прожил долгую жизнь, наполненную и художественным творчеством, и литературным трудом, оставил в наследство людям сотни живописных произведений, десятки статей о творчестве своих коллег-художников, об истории и становлении Архангельской организации. Дмитрий Ширяев бескорыстно служил искусству и останется в памяти людей
ярким представителем настоящего хорошего соцреализма, создав в своих работах огромную живописную летопись великой советской страны, частью которой он был сам.